1 сентября во всех школах города и района прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. На посвящении дошколят в первоклассники, прошедшей в первой гимназии, побывала и наша съемочная группа. Первый учебный день для маленьких гимназистов начался с веселого праздника. Для начала ребят дружно поприветствовали их родители и педагоги. О том, что они будут обучаться в лучшей школе страны под руководством самых опытных педагогов мира, первоклассников сообщил глава городского поселения Печора Владимир Менников. А уже более старшие товарищи своим заводным пением и танцами доказали, что гимназия – это большой дружный дом, где ребятам никогда не будет скучно. Конечно, волнительно. Это все потрясающе красивый праздник. Очень жаль, не запаслись платочками, потому что слеза-то выжималась, безусловно. Замечательно. Самый запоминающийся момент на линейках, посвященных Дню знаний, это, конечно же, школьный звонок. Для первоклассников он означает начало длинного жизненного отрезка пути. Для 11-классников – завершающий этап школьной жизни. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов и, конечно же, традиционные открытые уроки. Эти занятия такие долгожданные для тех, кто впервые переступил школьный порог. Новенький портфель, учебники, прописи, парты и школьные доски, испуганные глазенки, первая учительница – как все это дорого сердцу. Сегодня я узнала, что... Хорошо, что надо учиться на одни пятерки, и потому что если будешь на тройке, то ты никуда не пойдешь. И я теперь буду стараться учиться на одни пятерки. Я узнала нового, что мы будем ходить каждый день, что у нас только по субботам будут выходные. И мне нравится ходить в школу. Школа – это хорошая вещь, и учительница, и учители здесь хорошие. В первой гимназии уроки всегда проходят на высоком уровне, что лишний раз подтверждает профессионализм учителей. Доказательством этому служат цифры. В прошлом учебном году все выпускники сдали единый государственный экзамен. Сейчас они являются студентами средних и высших учебных заведений. Считается лучшая школа в нашем городе. И преподавательский состав все-таки сильный. И как бы посоветовали хороший преподаватель. Мы к ней ходили на подготовительные курсы, и Ульяна нас сама выбрала. Ведь я хочу быть только к Людмиле Ивановне, и мы решили к ней пойти. 1 сентября гимназия отметила сразу два праздника. Один из них – День знаний, другой – 20-летний юбилей. Я помню гимназию бурлящей, прежде всего, потому что было очень-очень много детей. Было очень много детей, родителей и школьников. И когда мы открывались, это было, конечно, 90-й год, это было 7 первых классов. Это были красивые, здоровые, веселые, жизнерадостные. А педагогический состав – это был изумительный. Я за свою жизнь такого педагогического состава больше не видела. По словам Нины Алексеевны, обучение в гимназии всегда считалось престижным. Несмотря на достаточно трудную школьную программу, родители стремятся отдать своих детей именно сюда. Зато отучившись здесь 11 лет, детям гораздо легче поступать в престижные вузы.